Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы будем вязать очень красивую повязку на голову, правда очень красивая, так что если вам интересно, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной. Так, для начала хочу сказать, спицы, вот у меня обычные носочные спицы 2,5 мм и пряжа 285 метров на 100 грамм. Сразу хочу отметить, что пряжу лучше взять потолще, чем я взяла, и помягче. Но так как у меня пока только это, ну, то есть мне тут нравится цвет, поэтому вяжу из этой, а вы выбираете, мой вам совет, выбирайте потолще. Так что начнем. Набираем 29 петель. И первый ряд вяжем лицевыми петлями. Последнюю изнаночную вяжем. Хотя можно провязать и лицевой. Тогда краешек будет такой, такие симпатичные зубчики. Так, второй ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И далее 6 петель лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Последняя кромочная изнаночная. Лицевой ряд вяжем лицевыми, изнаночный потом вяжем точно так же. Закончили лицевыми ряд, поворачиваем, вяжем снова, кромочную снимаем, 6 лицевых и 15 изнаночных. Вот так вот мы будем вязать все время, то есть 6 рядов платочной вязкой и 15 рядов лицевой гладью. Смотрим. Видите, вот здесь вот у нас платочная вязка, здесь изнаночная гладь, с лицевой стороны платочная вязка и лицевая гладь. Так, еще провяжем 2 ряда, 1 ряд лицевыми петлями. Так, провязала я всего 6 рядов. Теперь что делаем далее? Снимаем первую петлю, 6 петель провязываем. И средние 15 мы закрываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не затягиваем вот это, не затягиваем, чтобы оно у нас было эластичное. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Далее вяжем лицевыми. Вот она, шестая петля. Вяжем 5 петель лицевыми и кромочную изнаночной. Так, получилась вот такая у нас дырочка. Теперь изнаночный ряд. Первую петлю снимаем. Вяжем 6 лицевых. И делаем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10,
11, 12, 13, 14, 15. Продолжаем наше вязание. 6 лицевых петель и кромочная. Вот это и есть наш раппорт. Вот. Теперь снова начинаем сначала первый лицевой ряд. То есть 6 рядов мы вяжем. В лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду 6 лицевых, 15 изнаночных, 6 лицевых. То есть все повторяем и так провязываем 6 рядов. Вот таким вот образом мы все вяжем нашим раппортом до объема нашей головы. Меряем на наш объем. То ли у меня голова маленькая, ну я не знаю. Я померила по себе, мне достаточно. Вот ради интереса измерю. Сколько? 45 сантиметров. Но я, конечно, натягивала. Не знаю. Может и мало. Вот сейчас я так... Да нет, нормально. Оно же подтянется, правильно? Нам же надо туго по голове. В общем, я закрываю петли. Закрываем все оставшиеся петли. Так, закрыли. Ниточку я обрезаю. Ее нам нужно будет спрятать. Вот эту и эту ниточку мы прячем. Все. Спицы откладываем. Теперь нам нужна иголочка. Продеваем, подготавливаем ниточку и немножечко поиграемся. Теперь крючок нам тоже не нужен. Теперь смотрим, девчонки, с этой стороны, где у нас изнаночные петли, вот эти, видите, закручено у нас с той другой стороны. Вот эту петелечку мы берем прям ручками, поиграемся, переворачиваем вот так вот, делаем как бы захват такой и протягиваем петельку через нее, видите? То есть мы вяжем цепочку как крючком, но только руками, и так до конца. И последнее. Вот. Тут у меня узелок, ниточка, я его обрежу. Выравниваем хорошенечко. Здесь вот на конце последнюю петелечку мы зафиксируем иголочкой. С обеих сторон фиксируем. Это для того, чтобы наша косичка не распустилась. Еще раз повторюсь, если вы возьмете ниточки потолще, будет красивее. Ну, оно и так, в принципе, красиво. Делаю узелочек здесь вот.
И последний момент. Теперь нам нужно сделать застежку. Пуговица. Я считаю, что на нее будет легче застегивать. Пуговицу я пришиваю вот на краешек, на второй край. С этого конца у меня петелька, с этого конца будет пуговичка. Я ее пришиваю сюда. Так, обрезаю. И вот и все, девчонки. У нас все готово. Смотрите, какой красивый ободочек, повязочка у нас. Теперь на вот эту петель, за вот эту последнюю петлю мы застегиваем это дело. Вот она, наша повязка. Красивая, с объемной косой, декоративной. Симпатично, оригинально. Я уверена, что мало у кого будет такая повязочка на голову. Вот она, наша готовая повязка. А всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.